Здравствуй, меня зовут Арина, я преподаватель русского языка в школе Enjoy Russian в Петрозаводске. На наших занятиях мы используем не только учебник, мы играем, поем песни, разучиваем стихи. Это мой студент из Италии. Здравствуйте. Здравствуй, где ты был? Я не помню, я забыл. На вокзале, в Петрозаводске. Мы тебя так долго ждали. Мы ждем и тебя в Петрозаводске, в нашей школе Enjoy Russian. Приезжай к нам изучать русский язык.